Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мексике? Итак, погнали. Сегодня закупаемся канцелярскими принадлежностями. Первыми отправляются в тележку набор крайонс. Цветные карандаши возьму подешевле. Фломастеры, акварельные краски и хайлайтеры. Также по списку пачка бумаги и папка для хранения школьных заданий. Бегу в следующий отдел. Тут беру скотч, циркуль, не забыть про линейку. Цветной картон. Нужно минимум 3 листа. Отправляем в тележку. Набор простых карандашей. А вот и кисточки для рисования. Тетради здесь не дешевые. Можно найти за 100 песо, а с красивой обложкой уже 325. Я возьму эконом-вариант за 24 песо. Точилки и ластики также отправляются в тележку. Последнее в списке – корректор, шариковая ручка и ножницы. Теперь идем на кассу. Итого у меня вышло 1367 песо. Много это или мало?